Так, ассалам алейкум, все мои подписчики. Значит, вот сейчас новости свежие. Свежие новости хочу вас познакомить. Значит, сегодня в КНБ показал арестованные машины и особняк Карима Масимова. В ведомстве подвели промежуточные итоги по делу бывшего высокопоставленного чиновника. Комитетом национальной безопасности продолжается расследование уголовного дела по подозрению Масимова и других лиц в государственной измене, подготовке к насильственному захвату власти и превышению должностных полномочий, сообщает пресс-служба ведомства. В сообщении КНБ РК также отмечается, наряду с этим в ходе следствия в действиях Масимова установлены многочисленные признаки коррупционных деяний. Задокументированы факты незаконного получения недвижимого имущества, дорогостоящих подарков, в том числе культурных ценностей, значительные денежные средства от представителей отечественного бизнес-сообщества и зарубежных субъектов. В частности, ведется расследование по факту получения Масимовым в должности председателя КНБ взятки в сумме 2 миллиона долларов от представителей иностранного государства по одному из закрытых контрактов. Обеспечено возвращение данных средств из Гонконга в Национальный банк Казахстана. Также начато расследование по факту получения Масимовым в период нахождения в должности премьер-министра элитного гостевого дома и земельного участка в столице стоимостью около 2,5 миллиарда тенге от одной из бизнес-структур. После задержания Масимова в январе 2022 года в этом гостевом доме изъяты 17,2 миллиона долларов, друзья мои, 17 миллионов долларов наличными. А также многочисленные предметы роскоши, элитные часы, золотые слитки, антиквариат и многое другое. Кроме этого, изъяты принадлежащие ему 11 дорогостоящих автомашин бизнес-класса. Наложены аресты на имущество 2 элитные квартиры в Нур-Султане, 2 квартиры и особняк в Алматы, а также земельный участок площадью 1 гектар на берегу озера Щучинск в Боровской курортной зоне. У близких связей Масимова изъяты и арестованы 5 миллионов долларов, друзья мои. Одновременно организована работа по розыску, аресту и возврату в Казахстан еще более крупных денежных средств, незаконно выведенных Масимовым и его окружением на счета в иностранных банках. По всем указанным фактам проводятся активные следственно-оперативные мероприятия, говорится в тексте. Напомним, что Карим Масимов был отстранен от должности главы Комитета национальной безопасности Казахстана 6 января после массовых беспорядков. 8 января стало известно о его задержании. Также сообщалось о задержании 3 заместителей председателя КНБ РК Анвара Садыкулова, начальник службы специального назначения А, Марата Осипова и Даулета Иргожина. Еще один зам главы КНБ Самат Абиш уволен. Кроме того, генеральный прокурор Казахстана Хизат Нурдаулетов сообщил о том, что в КНБ РК расследуется 15 уголовных дел по обвинению в государственной измене. Также сообщалось, что создана специальная рабочая группа по реорганизации КНБ РК. Специальная рабочая группа по реорганизации КНБ РК. В общем, друзья мои, вот такие вот новости. С вами был Ергали. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, ставьте лайки. И колокольчик не забудьте, чтобы не пропустить следующее видео. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.